It's a lunch table. Дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. Сегодня мы в таком необыкновенном месте, город, который называется Celebration, город-праздник. Вы, скорее всего, поймете, когда Юлия сделает видеотур по городу. Начинаем мы этот тур с гольф-курса, это местный гольф-курс. Играть могут все, вам не обязательно быть членом этого курса. Почему мы начинаем с этого места? Потому что мы сразу отсюда проедем в дом, в котором вид именно на гольф-курс. Давайте посмотрим. Да, смотрите, в каком состоянии поле. Здесь всегда ухоженная трава, всегда зеленая, даже в жаркие дни. I just cannot not give a hug to this guy. He's my favorite. I gotta go, guys. Yeah, okay. Have a good day. This is operator. Beautiful lady. We filming the video about Celebration, and this is one of my favorite people in Celebration. I gotta say, top 10. Снова привет. Как мы вам и обещали на гольф-поле, что мы вам покажем дом, который находится на этом же гольф-поле. У него шикарнейший вид с заднего двора. Дом, наверное, один из самых моих любимых домов в Celebration. Как мы говорили, гольф-поле в Celebration, дом в Celebration. Это город-легенда, построена на земле Диснейленда. Мы уже про этот город много чего говорили. Очень шикарные красивые школы, очень красивый город. И эта часть города называется Акедия. На Акедии все дома мультимиллионники. Здесь больше дешевых домов нет. Значит, этот дом, он пока не на рынке. Они его собираются продавать. По поводу цены, цена мне еще не была сказана, как бы точная цена, но я сделала оценку рынка этого дома. Примерно 2,5 миллиона. За сколько они выставят, это будет их дело. 2,5 миллиона. Я думаю, что он продастся достаточно быстро. Дом в шикарном состоянии, был построен в 2006 году. Почти крыша только что помененная, новая крыша, новая система кондиционирования тоже совершенно новая, недавно была поменена. В этом доме 6 спален и 7,5 ванных. Много. 6180 квадратных фит. Около 600 метров квадратных. Что тоже хорошо. Что тоже хорошо. Налог 22 тысячи. Ну, естественно, ого, дом больше, налог больше. Все соответственно. Да, все соответственно. Большее количество спален, больше площадь. А HOA, да, везде в Celebration один и тот же HOA, $83 в месяц. В месяц. Экономия. Независимо, если у вас 3 спальни дома или 12 спален дома, HOA, он для всех одинаковый. Ну, посмотрите, как вокруг все красиво, все ухожено. Видно, куда уходят налоги. Не правда ли? Только что я сюда подъезжала, здесь ездит такой специальный грузовичок, который подметает улицы от листьев. Вот он подметает и как бы в себя листву эту вбирает и уезжает. Смотрите, какие чистые улицы. Да, давайте пройдем в этот просто шикарный дом, он мне безумно нравится. Я здесь уже была несколько раз в гостях, поэтому я буду очень рада его представить нашим зрителям. Так, здесь такое фойе, лестница на второй этаж. Второй свет. Кстати, в данный момент я не сказала,
что этот дом сдается в аренду за 14 тысяч долларов в месяц. Вот так-то вот. Да, то есть неплохо. Ну, вообще нормально. Не каждый, конечно, себе может такое позволить в аренду и даже купить, но, тем не менее, таких людей очень много. Таких очень много, поверь мне. В общем, здесь такая гостиная. Она не, это не family room, это для приема гостей. Я не знаю, как часто ее вообще используют, но в американских домах таких комнат присутствует везде достаточно много. Да, тоже смотрите, какие окна высокие, большие. Вот второй свет там тоже. Тоже окна. Люстра какая-то, смотри. Да. Ой. С моей новой техникой тяжеловато, но будем справляться. Так, давай пройдем. Здесь у нас столовая. Столовая. Хорошая какая столовая. Столовая. Такая она здесь отдельная, да, вообще? Она отдельная. Полностью отдельная комната. Бывают такие варианты, но часто мы видим, когда столовая соединена с гостиной, с living room. Здесь получается столовая зона отдельная, living room отдельно. Смотрите, какая кухня. Кухня, вау, какая. Сейчас, кстати, тренд – это белая или серая кухня, да? Да. Вот здесь все выполнено в белых тонах, что мне тоже очень нравится. И белый гранит. На самом деле это очень классно смотрится вместе. Да, я никогда гранит. Не думала, что белый на белом будет так хорошо смотреться, но когда я увидела эту кухню, я поняла, что это реально очень смотрится. Очень красиво, да. Потому что материалы все качественные. Поэтому... И они сделали, видишь, бэксплаш. Как задний, вот задний фон, да, красиво. Они сделали в сером цвете. То есть реально сочетается все очень даже неплохо вместе. Да, и на вытяжке тоже повторили, что на фартуке. Красиво. Посмотри на этот холодильник. Это Sub-Zero. Я думаю, я такой не нет, видела подожди. Большой. Это не Sub-Zero. Но это не важно, он очень большой. Вау. Вот да я уж. Хочу такой холодильник. А знаешь, что мне нравится? Что он не очень глубокий. Это профессиональный холодильник. И все можно... Да всего нем... можно... Ой, все, закрылся. Не хочет открываться. Посмотрите, он не глубокий, что очень удобно. Я мечтаю о таком холодильнике. Потому что приходится... Да, да, копаться, и это очень тянуться, неудобно. Да. Ну, это профессиональный, супер. Видишь, professional. Да-да-да. Также... А, слушай, вот это что такая штучка интересная, да? Для мытья посуды, видимо. Ты знаешь, там раковина для мытья посуды, здесь больше как бар для мытья бокалов на вечеринке, когда гости есть, бокальчики, бар. Сюда можно даже лед насыпать. Точно, точно. И как бы из него убрать. То есть такая, не знаю, насколько она нужная вещь, но... Так, здесь у нас... Посудомойка. Посудомойка, да. Здесь у нас плита. Микроволновка. Какая хорошая. И посмотри, обрати внимание, у них два духовых шкафа. Вау, один. Два, раз и два. И два. И правда. Интересно. На очень большую семью. И еще одна микроволновка. Я думаю, они очень много разогревают микроволновки. Очень много готовят. Очень много готовят. Здесь... Family room, семейная комната. Я хорошо. Другую комнату гостиной обозвала. Я, честно говоря, не совсем знаю на русском название той. Formal room, да, формальный. Но вот это, скорее всего, по-русски будет наша гостиная. Комната для отдыха семьи. Да. Здесь стол для завтрака. Вот он, прям завтрачный столик. Да, отдельная классно. Площадь. Он в такой находится как раз таки, да, ниша. Такая ниша, да, которая окружена окнами и очень красивый вид. Очень красивый вид. Мы выйдем и покажем, как это все снаружи. И знаешь, что мне здесь нравится? Что вообще-то такая планировка нестандартная. То есть здесь не квадрат, а я не знаю, что это за параллелепипед, но... Очень, очень уютно как-то вот так вот. Я не могу дом объяснить. Очень уютный, конечно. Да, но очень уютно. Камин рабочий, он газовый. Ну-ка, посмотрим. Газ. Газ здесь, опять же, повторимся, да, не натуральный.
Здесь, опять-таки, но это всегда выбор хозяина. Угу. Всегда можно поставить электрическую плиту или газовую. Угу. Танк здесь есть. Он врыт в землю, да? Но хозяин решил готовить на электрической плите. То есть они решили не ставить газовую. Это на самом деле кто к чему привык. Да-да-да. Вот такой вот вариант. Тоже бывает. Хотя дом примерно за 2,5 миллиона обычно на газу. Обычно на газу. На самом деле, там уже, я уверена, я не буду клясться в этом, газ уже подведен. Просто можно поставить рабочую поверхность, как бы плиту газовую, и уже готовить на газу. Понятненько. Так, давайте мы сюда пройдем. Здесь у нас постирочная, извините, мы не успели. Лаундри-рум. Свет. Вот такая вот отдельная, очень удобно. Шкафчики различные для всякой утвари. Так, здесь половинка. Половина ванной, да. Туалет очень... без ванной. Я не везде свет успела включить. Здесь у нас... Так, что тут у нас? Здесь выход. У нас выход. А, с этой стороны, да? С боковой. Выход, да, в кортьяр такой. Интересно. Туда мы еще пройдем. Там очень интересное находится помещение. Я вам Здесь всякие полочки у нас. Здесь полочки, здесь водонагреватель, там кондиционер. Кондиционирование центральное, как и везде. Центральное, да, как везде центральное. Оно как на холод, так и на обогрев у нас во Флориде. Оно называется Heating and Cooling System. Давайте пройдем в это крыло. Да, это на первом этаже. Здесь находится офис. Да, скажем, опять-таки с камином. Офис с камином, обалдеть. Мы можем сказать, что это офис, потому что здесь нет гардеробной. Здесь нет гардеробной, это офис. Это конкретный офис. Не считается, как одна еще спальня. Угу. Хороший, большой, вместительный офис. Далее. Проходи. Проходим, проходим. О, какая... Мастер-бедрум, хозяйская спальня. Посмотрите, какая красивая. С размером в две мастер-бедрум. Да, даже, может быть, даже в три. Тоже, как мне нравится, когда вот есть такая ниша закругленная. Скажите, как это называется по-русски? Вид. Вы видите, какой шикарный вид. Здесь, кстати, есть выход к бассейну, мы сейчас не будем проходить, но есть выход к бассейну из хозяйской спальни. Вы знаете, наверное, я пока не буду открывать. Мы с другой стороны выйдем. Да. Слушайте, просто класс. Так, проходим в хозяйскую ванную. Все такое светлое. Господи, как я это люблю, когда все такое светленькое. Воздуха много, дышать есть чем. Это душевая. Тоже очень люблю светлые дома. Гардеробная. Здесь у нас две гардеробные, одна. Извините. В темноте да ее половинка и его половинка здесь, если нашла подключить. Это вообще классно, когда есть разделение. Так, посмотрите, какие зеркала они огромные. Такое большое трюмо получается. Тоже две раковины. Класс. А вот это что? Для красоты, чаша такая. Да. А вот для шампанского. Ну, я поверю, что здесь так принимают ванну. Неплохо, очень подходит к шампанской, к такой ванне. Так, а здесь у нас туалет, он отдельно. Что тоже хорошо. Слушай, прям так светло аж слепит в глазах, да? Ну, очень классно. Проходи. Так, куда идем? Так, сейчас мы пройдем на второй этаж. Направо. Красивая лестница и перила. Очень красивая. Перила, возможно, кованые. Похоже на то. Вид на люстру. Красивую какую. Здесь вообще такое интересное, интересное место, как балкончик двухсторонний. Да, с двух сторон класс.
С этой стороны, с этой стороны. Такое фойе. Выступать. Перед гостями. Да, перед гостями. Зачитывать завещание. Так, здравствуйте, я ваша тетя. Так, дальше. Так, здесь у нас пошли спальни. Тоже хорошая спаленка, хорошего такого размера. Спальни большие, да. Да. Размеры хорошие спален. Больше, чем стандартная, скажем так. Ну, конечно, дом сам по себе не дешевый. Тоже учитываем это. Так, здесь уже ванная и туалет с одной раковиной. А здесь у нас, посмотрите, какие большие двери. Это гардеробная. Бумаги. Так, что тут у нас? Выход на балкон. Я думаю, может быть, гардеробные мы пропустим. Здесь живут все-таки люди. Да, да, живут люди. Хотя мы уже показали кое-что. Ну, ничего страшного. Да. Классный вид. Здесь еще одна спаленка. Проходим в следующую спальню. Какой вид с балкона, боже мой. Вау. Ой. Вау. Слушай, я здесь была. Я каждый раз здесь ночью была. Я, честно говоря, не видела этот. Ой, смотри, какой вид. Вы посмотрите. Ой, мне прям захотелось обратно поиграть. И аист. Как на картинке. Я каждый раз, когда играю в гольф, я машу своим знакомым ручкой. Орел полетел или сокол. В общем, здесь просто шикарно. Один из красивейших мест пальма домов, такая, где смотри, мы были. Такая красивая голубая пальма, да? Такой цвет прям шикарный. Вообще, посмотрите, какой здесь большой балкон, да? Вот это area. Ты знаешь, хозяин... Что это такое? Лоджи? Достраивал этот балкон. Раньше этого балкона здесь не было, вот этой части. И они сделали такую патио на втором этаже. Вау! Также здесь вид на бассейн в таком естественном стиле. Ну, а здесь можно вечеринки устраивать. Посмотрите, как здесь много места. Да? Ну, на втором... На самом деле, как бы для вечеринок здесь выход со спален. Я не знаю, насколько это... Спальные будет. Вечеринки. На самом деле, одну из комнат можно просто использовать, если у кого-то не такая большая семья, использовать, например, бильярдный стол поставить, какой-то барчик, и вот, пожалуйста, тебе место для вечеринок. В общем, это зависит уже от вашей фантазии. Слушай, а вот это тоже какой-то дом такой большой? Вот там этот, таунхаусы. Вот. А, это таунхаусы. Тоже так солидно выглядит. Угу. Вот, а это место для костра, да? И здесь вокруг можно маршмеллоу жарить. Да. И вот уже вид немножечко на соседский домик. Обалдеть, мне все очень нравится. А давайте пройдем еще в одну спальню, да? Или что это детская? Это одна еще из спален. Ага. Тоже большая. Очень какая, большая, да? Поэтому смотри, кстати, в этой спальне уже даже предусмотрено, что на самом деле здесь реально можно поставить бильярдный стол. Да. Здесь уже предусмотрено, видишь, и для холодильника, бар, да, для холодильничка. Здесь можно сделать такую зону отдыха и, как ты сказала, вечеринку замутить. Ладно, так и сделаем. Уговорили. Так, там что у нас? Ванная. Ванная с одной раковиной, с душевой. Душевая комнатка, туалет. И здесь хорошая такая гардеробная. Ку-ку, света нет, но все видно. Угу. Отлично, куда дальше идем? Куда-то. Куда-то идем, выходим. Давай выходим. В таком доме можно заблудиться. Там уже определимся. Да, ну вот здесь мы еще не были. Да. Еще одна спаленка детская, тоже может быть, например. Угу. Но тоже, посмотрите, у них свой туалет и ванная, а точнее душевая. Получается, в каждой спальне своя ванная. Не надо делиться ни с кем. Угу. Замечательно. Кстати, вот поздравьте меня с обновкой, посмотрите, вот все для вас.
Это стабилизатор и это петлички, да. Да, чтобы нас было хорошо слышно. Надеюсь, сейчас так и есть. Юля вас услышала. Да, да, да. Побежала, закупилась. Да. Иногда в таких больших домах путаешься, мы не помним, сколько мы действительно спален показали. Получается, раз, два, три, четыре. Пятая мастер внизу. И еще у нас осталось кое-что на десерт. Да, включая бассейн. Мы, наверное, сначала в бассейн пройдем. Вот он. Так, бассейн, зона отдыха. И работа, шикарно. Я отдохну. Да, просто супер. Я как так, и Эллочка-людоедочка, у меня нет слов. Вау, супер, классно, шикарно. Какие еще могут быть слова, чтобы описать эту красоту? Такое умиротворение здесь, да, чувство вот мира. Умиротворительно. Умиротворительно. Вон гольфисты играют. Будем молиться, чтобы нам в лоб не прилетело, что они меткие и в нас не целятся. Пока ветерок еще такой свеженький, не очень супер жарко и душно. Самое то, чтобы снять такой великолепный дом. Скажите, вот он вам понравился больше, чем тот, который мы снимали за 1,5 миллиона? Или же все-таки вам нравились предыдущие дома? И скажите, какой именно вам дом больше всего понравился из всех, что мы снимали? Потому что мне кажется, вот этот вот дом для меня один из фаворитов. Куда бы я переехала жить? Хорошая аура, правильно? Да, да. Чувствуется прямо да, со какой-то входа. Вот фэн-шуй. Фэн-шуй тот, правильный. Это спа называется, джакузи по-другому. И сам бассейн. Ну все, я бы могла тут еще долго снимать. Но мы боимся получить мячиком по голове. А? Еще одно помещение. Да? Да. Точно, точно. А вот так, эрия, где делают барбекю. Тут же у нас стоит холодильник для удобства. Так, теперь идем внутрь. Слушай, ну вообще вид просто супер. Так, сюда. Где мы еще не были? Ага, мы проходим сюда. Так, на десерт мы вам оставили отдельно стоящее помещение, которое называется гараж апартмент. Строились эти помещения над гаражом. То есть, смотрите, здесь гараж на 3 машины. Нам, скорее всего, туда не пройти будет особо, но гараж очень большой. Давайте вот так вот сделаем. Все заставлено машинами. И над всей этой площадью стоит квартирка, построена квартирка, класс. в которую есть отдельный вход, многие люди их сдают. Приблизительно такая квартира 1350, по-моему, в месяц. Вот они сдавали, когда... Они сдавали? Или 1400, да, сдавали. Эти небедные люди сдавали квартиру. Ты знаешь, а зачем ее, если как бы, я не знаю, зачем ее держать? Ну да. То есть у них семья, взрослые дети разъехались, жизнь здесь не было, они нашли очень хорошую тетеньку. Семью, да. Нет, тетенька здесь тетенька жила, да, она сюда вообще приезжала на зиму, по-моему, и платила за все остальное время. Вот, давайте пройдем, здесь отдельный вход в эту квартирку, поднимайся наверх. Ну, то есть у нее, у этой женщины не было доступа к бассейну и прочему, нет, да? Нет, нет, нет. Только вот чисто вот это вот хорошо. Так, вот такая вот здесь лесенка из карпета, ковролина по-русски, чтобы если упадешь, то не больно было. Так, а как здесь свет включить? Сейчас, извините. О, воздух пошел. Слушай, прикольно. Это гостиная, да, вместе с кухней. Квартирка такая неплохая. Да.
И площадь большая, потому что это с, над гаражом в три машины, естественно, да. Площадь она чувствуется. Такая нормальная. То есть здесь все есть, смотрите, плита здесь есть, микроволновка, холодильник. Да, в принципе, это полностью для функционирующая квартира. Одного человека, я думаю, самое то. Здесь, пожалуйста. Спальня. О, так тут еще и спальня. Конечно, нет, это полная, это функционирующая квартира. Да. Чтоб я здесь жил. Хотя бы здесь. Так. Угу. Гардеробная есть. И, естественно, есть ванная с туалетом. Естественно. Показываем. Проходите. Не стесняйтесь. Так. Вот здесь душевая. Отлично. Замечательно. Обратите внимание, какое решение интересное с плитой. Так. Такого я еще ни разу не видела. Слушайте, мне нравится, хорошо. Ну, спокойно, кто-то использует такие квартиры для своих же гостей, приезжают мамы, папы или просто друзья в гости, их селят, чтобы под ногами не мешались в доме. Да, слушайте, кто-то предпочитает для гостей, сдавать, да? На самом деле, как бы, 1500 лишним не будет никогда. Никогда. Поэтому, если, из 14, более, да, вы читаете? Я имею в виду, и тем более, если семья не пользуется этой квартирой, да, сама, да, почему бы ее не сдать? Многие пользуются, многие используют как офисы свои, для своих же семей и друзей, но у них достаточно большой дом, чтобы друзья там оставались внутри дома. Классно. Так, а что у нас здесь? Кладовочка? Давай посмотрим. А, такая, ну да, в принципе, да? Здесь можно сделать вот это, как кладовочку использовать, и тут же кондиционер. Все, спускаемся. Пьяным не ходить. Хотелось бы еще показать немножечко со стороны боковой дом. Вот здесь у них ящики для мусора и антенна для какого-то телевидения. Директ-ТВ. И вид на соседний. Это все. Вот, пожалуйста, счетчик. Света, наверное, здесь нормально нагорает. Но это не точно. Может быть, здесь все очень даже экономично. Если новые кондиционеры. Новые, да, кондиционеры, они устанавливаются, естественно, по новым стандартам. И тоже в зависимости, насколько люди любят холодную или как бы теплую температуру в доме. Там все уже зависит от тех, кто живет. Что-то у нас есть сказать еще по этому дому? По кредиту опять, в общем-то. По кредиту опять-таки не могу ничего сказать, потому что 2,5 миллиона, это уже, я даже не знаю, не знаю, какой кредит. Это нужно обращаться к профессионалам, которые занимаются кредитами. Я просто риэлтор, у меня этой информации нет. Но опять-таки это джамбо или какие-то multiple, ну, несколько различных кредитов плюс наличка и так далее. То есть по кредиту ничего не могу сказать. По аренде я сказала, что он уже сейчас сдается за 14 тысяч долларов. Ну вот и все, наверное. Тогда будем прощаться. Тогда мы будем прощаться. Если есть какие-то вопросы, мы, возможно, что-то упустили, потому что когда ты смотришь такой огромный дом, сам путаешься вообще в комнатах и в цифрах и так далее, мне приходится все это, естественно, записывать. Если есть какие-то вопросы, если что-то мы упустили, пожалуйста, пишите. Юля, я смотрю всегда на чеку, отвечает буквально на все вопросы. Я тоже стараюсь быть на чеку. Надеюсь, вам все это понравилось. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы смотрите наш канал. До следующих встреч. Пока-пока. Пока.